Когда-то давно мы пытались сохранить воду, но некоторые вещи оставляют следы. В 2131 году мы отправились в колонию. После войны у нас ничего не осталось, и 5 лет работы казалось выгодной сделкой. Моя сестра и я были отправлены на планету, которую они назвали Небеса. Я надеялась, что чистый воздух поможет излечить ее легкие. И я думала, что если мы можем работать, они позволят нам жить. В конце концов, мы все были людьми. Сирена, ты должна что-нибудь поесть. Риана, это твое. Ешь сама. Тебе нужно поесть. Ты тратишь это на нее? На, возьми. Их нельзя было допускать на борт корабля. Нам здесь нужны только здоровые работники. Я оставила своего ребенка на земле. Но она болеет с тех пор, как они сюда прибыли. Оставь это. Ты опоздала. Да, прости. Sorry. Мне жаль. Sorry. Вот. Спасибо. С твоей кожей все хуже. Да. Скоро ты уже не захочешь больше со мной встречаться. Тогда будем встречаться позже, когда будет темно. Ты плохо пахнешь. Иди помойся. Есть ли у тебя доступ к какому-нибудь лекарству? Для твоей кожи? Нет, для моей сестры. Она больна, и ей становится только хуже. Если у тебя есть доступ к чему-либо, она не... Я посмотрю, что я могу сделать. Хорошо. Сирена. Я принесла тебе немного еды. Я не голодна. Как ты можешь быть не голодна? Ты не ела уже 3 дня. Я знаю, что ты должна быть здесь и чувствовать себя нормально. Хорошо, сядь. Ты не понимаешь, каждый раз, когда ты ходишь... Тихо, не говори слишком громко. Возвратишься ты обратно. Стой. Ты не хочешь этого слышать, так? Просто скажи. Я им не доверяю. Что, если я могу принести тебе лекарство? А что будет, если ты не сможешь? А что я еще могу сделать? Остаться со мной.
Нет, 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 сирен, сирен. Вставай. Сирена. Все хорошо. Все в порядке. Просто позволь мне помочь тебе, хорошо? Она в порядке. Ей просто что-то попало в нос. Она в порядке. Она в порядке. Все нормально? Ты в порядке? Вот. А где лекарства? Сегодня только яблоко. Завтра, может быть. Нет-нет, но ты же сказал, что ты можешь достать лекарства. Ты сказал, что ты можешь получить чертово лекарство. Я сказал, что попробую что-нибудь придумать. Разве тебе этого недостаточно? Извини. Я всегда делал все возможное, чтобы помочь тебе. Ты думаешь, это чертовски легко для меня? Я сожалею. Ты думаешь, это мой гребаный... Прости, прости. Когда ты так говоришь со мной, это заставляет меня задуматься, есть ли смысл. Я тебя вижу. Я чувствую то же самое, что и ты. Я тоже потерял свою семью. Если ты останешься со мной, я могу исцелить тебя. Я могу изменить тебя. И мы можем спасти твою сестру. Я была убита, Риана, как и вы. Сирена. Сирена. Сирена, проснись. Нет, нет, Сирена, проснись. Просыпайся. Прошлой ночью что-то произошло в воде. На моей ноге была рана. И крови. Это яблоко? Да, но оно было другим.
Знаешь, оно стало похоже на то, какие у нас были и раньше, понимаешь? Хорошо, хорошо. Это действительно было удивительно. Завтра приведи мне свою сестру. У тебя есть лекарство? Однажды люди будут говорить о нас. Ты знаешь, как о основателях рая. Нет, они не будут. Мы будем исключены из истории. Но я думаю, что мы просто должны написать свою собственную историю. Как ты думаешь? И кто будет ее читать? Сирена, ложись. Почему? Что там? Ничего, все хорошо, подожди. Просто останься тут. Все в порядке. Подожди, нет. Риана, остановись. А где твоя сестра? А где лекарство? Какое лекарство? О чем она говорит? Я не знаю, о чем она говорит. О, они все пахнут дерьмом. Мне придется зажать свой нос. Его никогда не было, не так ли? Где твоя сестра? Она не смогла спуститься с обрыва. Ой, давай, не ври нам. Мы здесь, чтобы помочь вам. Отстань от меня. Эй, извинись. Черт. Отстань от нее. Риана, останься со мной. Отстань от нее. Мне дали шанс начать все сначала. Шанс спасти жизнь. Теперь все по-другому, но прошлое никогда не бывает чистым. Они не будут помнить наши имена. Они не будут помнить меня.